Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл спортивный комплекс «Уш-Конор». Он расположен в Алматинской области, на малой родине Елбасы, в селе Шамалган. Для детей и подростков будут действовать 16 различных секций. Внутри спорткомплекса есть 25-метровый бассейн, тренажерный зал, залы для единоборств и занятий волейболом. Снаружи футбольное поле и теннисный корт. Строительство велось в течение 2 лет по инициативе и при личной поддержке Нурсултана Назарбаева.